Всем привет, друзья! Сегодня готовлю очень вкусную и легкую запеканку из кабачков. Пол стакана риса промываем в нескольких водах. Пересыпаем рис в кастрюлю с толстым дном, солим по вкусу. Заливаем стаканом кипятка и отвариваем на умеренном огне, периодически помешивая до готовности. Даем рису немного остыть. Тем временем мелко нарезаем один крупный зубчик чеснока. Мелким кубиком нарезаем лук. Лук с чесноком обжариваем с 2 столовыми ложками растительного масла до полумягкости и золотистости. Даем немного остыть. Тем временем на крупной терке натираем один средний кабачок, присаливаем его, перемешиваем и оставляем на 2 минуты. На крупной терке натираем 100 грамм сыра, у меня сметанный. Через 2 минуты с кабачков отжимаем лишнюю жидкость и сливаем ее. К кабачкам добавляем рис, лук с чесноком и сыр, оставив немного, чтобы посыпать запеканку сверху. Добавляем 3 яйца и соль по вкусу с учетом солености сыра, риса и кабачков. Перемешиваем. Форму для выпекания смазываем растительным маслом. Перекладываем полученную массу. Равномерно распределяем и посыпаем оставленным сыром. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-35 минут. Смотрите по своей духовке, у меня только нижний нагрев. Запеканка готова. Даем немного остыть, нарезаем на порционные кусочки и подаем к столу. Запеканка получается вкусной, легкой и нежной. А вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.